интернаты как гуманитарная помощь. Жители приграничных территорий и серой зоны в зоне АТО Красный Крест в качестве гуманитарной помощи привез кур. Домашнюю птицу раздавали всем желающим. Площадь перед поселковым советом Новотроицка превратилась в птичий базар. Международный Красный Крест привез в поселок живых курей, корма и поилки для птицы. 153 семьи получили по 10 курей и 110 килограммов комбикорма. Подарок от Красного Креста получили накануне жители Карловки. В ближайшие дни помощь от международной организации получат в Чермылаке, Гранитном и Павлополе. Представители Красного Креста говорят, что это уже вторая часть агропрограммы. Весной жителям прифронтовых сел привозили семена картофеля и сельхозкультур. Года 4, ну, до бойових действий. Ми держали, і поросяток держали, і курочок було. Ну, так і бройлеру. Поріжемо на осінь, покушали, де, щоб так не таких нема. Короче. Ну, а тепер 4 години держали, тебе подержимо, спасибо, що дали. Для сельчан это большое подспорье. На маленькую пенсию без домашнего хозяйства и огорода выжить трудно. Многие жители с началом боевых действий были вынуждены продавать крупный рогатый скот. Поля вокруг поселков до сих пор остаются заминированными. Выпас скота стал небезопасным. Единственное, что могут себе позволить, — содержание птицы.